Так. Тут можно типа на двоих даже поиграть. На двоих можно поиграть, если кто-то слышит. Ну, то есть три персонажа на выбор. Поиграем за Лиззи. То есть надо города разваливать. Сан-Франциско первый, типа, на очереди. А, это прыжок. Да, Годзилла такая бегает, разваливается. Кушает людей. Опа. Тейлспин на Сега тоже может быть. Ничего себе, ничего себе. Тейлспин я еще не проходил. Но эту игру я, в принципе, тоже еще не проходил. Ой, высоко падать. Тейлспин, да, но только там уже другой. Не шмапчик, а платформер. Кстати, ХП восполняют, с них кушать. Там такая версия. На Сеге-то? Там своеобразная. Ой, я что-то там зацепился за что-то. Тут бесит, что в некотором положении не сожрать. Людишек, опа, этого можно скушать. Быстро ты, быстро ты. Да, да, там током прям ударило, нормально так. Я не успел просто рассмотреть, что я реально взял там. Куда ты залез? Баба пропала теперь. Ну ладно, этих съем. А чё я ещё тут не сломал? О! Она, ну да, долгая такая. Больше часа, наверное. Ну это да, это я бабу взял. Я заранее уже даже позаботился об этом, чтобы взять ее. Все. Причем даже когда вот развалился, вот может прилететь вот этот вертолет и задамажить. Раз в 100 лет у гигантских монстров. Только сейчас заметь, что СМС без контов реально. А по-моему здесь контов и нету. Сожрал там. Мне вот на Nintendo 64. Ой, там баба голая. Извиняюсь, не увидел. Мадам, прошу, просле... Да что ты? Только сожрать хотел. Цепитесь все. Что, баба помылась, в принципе, да? Не дает мне залезть еще туда. Тихо-тихо-тихо, иди сюда, но ну, не догонил уже. За краба всегда весело. Извиняюсь, но не извиняюсь, да, кстати. Зато баба чистая, да. Фраза шикарная, кстати. Я знаю, откуда она, да. Привет. Я, конечно, извиняюсь, но не извиняюсь. Ё-моё, прям в глаз. Больно же. Танки надо всегда уничтожать прям. Это первая же возможность, я считаю.
Оп-оп-оп-оп, это хп надо дождать. Он еще взрывчатку какую-то оставляет. Значит, взрывчатка сама может потом жахнуть вот так вот. Опа! И все. Танки. Танк утонул, видели? Так, как мне сюда-то попасть? Аккуратненько. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Воп, дали все-таки. Довыделывался. Кстати, вот эту игру я вообще не проходил, я только запустил, пару городишек развалил и все. Так что я на самом деле не знаю, когда она закончится. Сколько у вас? Иди отсюда. Может быть, по всему миру? Да не, мне кажется, Америка ограничит. Так, танк. Опа. А, еще, короче, то, что меня бесит, что у него нет диагональки на удар вверх. Ну, то есть я могу только вот так сделать, а... Или вниз по диагональке вот так, а вверх у него нету. Ну, в Nintendo 64, да, уже было там такое. Там прям на 3 часа, по-моему, игру аж сделали. Ну нет, я хочу жить. Есть. Парковка здесь запрещена. Нифига их там скопилось, посмотрите, сколько еды. Офигеть, и каждого окна аж вылезли. У меня столько хп-то даже нету. Ну ладно, живи, баба. Даже, ну, Саратов и так уже, как бы, там нечего, я считаю. Там и без Годзиллы все развалено. Желтым 100% выпрямил, да. Я веду новости там 6 канала. Сегодня у нас в прямом эфире. Лизи. Опа. Опа. Кстати, если мужичка вот с этой взрывчаткой сажать, он взрывчатку выплевывать будет. Ну, типа, и тебе дамаг засчитается. Типа, бомбу сожрал. Тут сразу нафиг. В воздухе бывает урон не получаю. Не знаю почему. Так заведено, наверное, в игре. Поэтому прыжочки наши все, как говорится. Да что-то не могу залезть нормально еще. А че не сожрал-то никого? Мог бы сожрать. Бежит, бежит, бежит. Опа! Кого-то нашел. О, есть. Оп-оп-оп-оп. Это ачивки, да, как я понял? Ну ладно, ладно. Следующий стрим, значит, будет Джо и Мак. Опа, здесь рыбалка запрещена. Нифига, баба дистанция. Эй, ну я хотел бабу сожрать. А, вот он. Нормально. Эти мелкие здания напрягают. Что их тоже надо разваливать. Не особо удобно их на них зарезать. Что-то сожрал там в доме.
почему-то не, иногда не до всех дотягивается, а просто убивает их. Так, ну этого мужичка надо сожрать. Жаль, со здания на здание не могу перепрыгивать. Прям вообще убивают в этом уровне. Мужичков сожрать хочу. А до этих уже не дотягиваюсь, нормально. О, еще машина расстреляла. Я этих не могу... А, вот это вот сожрал хотя бы, ну ладно. Хоть что-то, как говорится. Так, мужика надо сожрать срочно. Сейчас само развалится все там. Дом стоит такой посреди озера. Класс, вышел с подъезда. Поплыл на работу или погулять. Нормально, чё. Ой, чуть в лоб не прилетела пуля. Фильм по этой игре был так себе. Здание на здание, на Человек-паук нужен. Не, ну по-моему в какой-то этой можно было. Вот на 64 там точно можно было залезать на здание, прям жопой на него прыгать, чтобы оно просаживалось. Я точно помню. Было прикольно сделано. Ням. Ням. При покупке квартиры в нашем доме водка в подарок. Ну, хп маловато, конечно, да, этих людишек, а вот что-то в доме нашел еще. Тихо-тихо, вот мужика надо сожрать, кстати. Нельзя так просто взять и не сожрать мужика. Второй этаж, чтобы... Ну, там что-то, да, вкусное есть. Живительный мужик, ну... Я живлюсь им, как могу. Мужику, наверное, не очень, когда им живятся. О, смотри, сколько какой насыпало там еще. Еще девочку съесть. Да куда ты? Что-то можно еще сломать тогда. Я не понимаю. Так, наверное. Да. Что делаешь? Больно же в лоб. Танки, кстати, разворачиваться не умеют. Они как поехали с одной стороны, так и едут. Так, мужик, мужик, стоять. Так, вот это сажать смогу? Нет, по диагонали вот так? Нет. Не, ну игра прикольная, особенно для 86-го года. Вообще нормальная игра, я считаю. Тихо, тихо, тихо. Ну то есть, да, слишком уж, конечно, много уровней здесь они сделали. Ну здесь, может, в этой версии нормально по уровням будет. Я помню, Nintendo 64 играла, часа 3, наверное, проходил, если не больше. Ай, в жопу, больно. Так, опа. Да что ты опять что-то захватил там? Консерва же. Ну, консерву тоже чем-то кормить надо. Значит, протухнет консерва.
Опа. На аркаде, по-моему, на троих даже можно было играть. Если я не ошибаюсь. Но я могу ошибаться, так что... Не верьте мне. О, мужик. Ну, у меня ХП есть, так что беги. То есть вот прыжками подбираешься к технике, потом ломаешь. Она в прыжке почему-то не дамажит. Ну, в смысле, не стреляет вообще. Далеко не каждый дом был электрифицирован. Оп, сожрал. Вертолетов масса просто. Зато у каждого жителя, посмотри, есть автоматы, гранаты, все вообще есть. Опа, съел. Что-то там чел высунул. О, телочка. Да я только приземлился, сразу в бочину выстрелил. Ну что ты? Ну я не догонял. Понимаете, человек быстрее бегает, чем я. Ну, то есть я его даже догнать не могу. Я Годзилла здоровая там. И Усейн Болт просто с взрывчаткой бежит мимо какой-то. А сверху на крышке? Нет, нет. Вот я говорю, что жаль, что нельзя здесь на крыше сверху прыгать. Там есть в следующих версиях, типа, что залезаешь там на крышу и прям топчешь жопой своей. Здесь не завезли такое. Прям жаль вообще. Прикольная же фишка. Ну остальные-то не бегут с усрачки быстрее, Раки. Я понял, если бы все так бежали с усрачки. А чего, не только не с усрачки, но еще гранату притащил, подкинул ее. То есть, ну, какое-то рациональное мышление да есть. Этого я не догоню уже, конечно. Так, надо подгадать момент. Опа, да, оп. Ну нет, у меня вверх по диагонали удара. То есть я могу только вверх перед собой ударить, по диагонали не могу. По диагонали только вниз могу бить. Вот тоже недостаток игры. Вот этого я могу спокойно догнать. О, сейчас этого поймаем. Опа, поймали Усейна Болта. Сюжет, да? Фиг его знает. Просто, по-моему, чем-то... Ну, как-то превратили чувачков вот в этих трех машин. Сюжета сам не знаю. Здесь вообще никакого. Вот, именно вот в этой версии нет, по-моему. Потому что я запускал, там демка начинается и все. Опа, быстрее. Чё так медленно едем? Там люди опаздывают, спешат вообще-то. Там стрелков собралось, конечно. Надо хоть что-то уже развалить, что-то. Да.
еще один. Ну, еще еда бежит. Создали колу какую-то, и она вызвала побочный эффект у пары тестирующих. Мужика с допингом я, в принципе, сожрал, еще нет. Хоть надо ловить. Белое мясо. Да что ты? Сломать вам, чтобы не катались. Чем гранаты? Смотрите, как метка гранаты просто... До дома, не знаю, сколько тут километров, они прям идеально все у меня летит. Танки шикарные, конечно. Да ё-моё, опять что-то закоротило там. Что-то они не высовываются нормально, даже сожрать не могу никого. Вот, нормально приземлился. Да, белое мясо в красном платье. Не, она так и просится, чтобы я ее сожрал. Даллас. О, курятина там была. Тихо-тихо-тихо, мужик, подожди, или кто ты? Игра веселая. Так, позалипать там несколько минут. О, надо догнать мужика. Понимаете, чувак сам подложил гранату. А что, ничего не взорвалось? Надо было трещины, наверное, сделать какие-нибудь. Обычно просто он подкидывает гранаты, там разваливаются все. Так, где? Куда? О, нифига себе, парашютист какой-то выпал. Первый раз вижу. Деньги. Чего, сожрать-то можно парашютисту? Да, нормально. Блин, встали так, не так сожрать, не так. Про жопу. Вот это идеально высунулся. Опа. Еда какая-то. Арбуз, по-моему, что ли, там был. Транзистор же электрика и мортиру сложно, не вполне мог дать советы по электроизоляции Годзиллы или по уменьшению ее токопроводимости. Ну, транзистор, ты бы побежал, допустим, Годзиллу заземлять. Годзилла такая бегает. Ты ее бегаешь, заземляешь там. Удачной стороны залез, все у меня прилетело сразу же.
Она прям напрашивалась, чтобы я ее сожрал. Прям кричала: съешь меня. Быстрее, там люди опаздывают. Ох, прям нормально. А почему эту не могу слышать? Надо посмотреть, есть какие-нибудь ачивки на рампах. Какую-нибудь вообще версию любую. Какую хотите версию? Любую. Любую. И все поймут, немногие вспомнят, как говорится. Сейчас само развалится должно. Зимы добавится с земли Годзиллу. Кстати, да. Уже престижно ради такой строчки работать. Так, танк, танк. Фух, убегать от обезьяны в 2D. Ну да, там выбора нет, только вперед. Или назад. Какой-то уровень мелковатый вообще. Сломать всю фигню. Чтобы не катались. Да я не могу залезть туда. Вот это я понимаю, танк покатился, сразу утонул. Когда в воду падаешь, тоже, кстати, хп отнимается. Не знаю почему. Ну, Годзилла, по крайней мере, в Японию не лезет. Это именно Америку всю разваливает. Не знаю, что это, наверное, сожрал. О, гамбургер. Ну, блин, гамбургер как человек добавляет, знаете. Такое себе, конечно. Я думал, там побольше хотя бы добавляться будет за гамбургер. Чувачка 100% может сожрать, да. Ванну спасибо, ванну я не буду жрать. Что ты? Может, вода-то может быть? Танки же, кстати, тоже туда проваливаются, никто уже не выныривает оттуда. Так, 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 это надо сожрать. Хорошо. Не, мужика не видел, кстати, если он пробежал там. Они обычно под воду лезут. А потом уже всплывают там. Которые убегают от меня. Вообще здесь никого нет. Всех съел, что ли? Видишь, что один крил увидел, походу. А чё это так? Туда-сюда. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Почти всю хпшечку собрал на этом уровне. Ну это прям нормальный уровень такой был. Чикаго дальше идет.
его же могу... А! Ну, с гранатой, мужик, с гранатой, может, кстати, да, и прибежал. С гранатой умеет, по-моему, да, бежим именно по воде пробегать. Он же Усейн Болт, он поэтому и пробегает. Рампаги есть сет на NES, три мастера, включая главного задрота. На NES кривая, по-моему, совсем уж. Опа, живительный мужик. Оп! Успел сожрать. Блин, надо это, с бомбой его как-нибудь разок сожрать, показать вам. Здесь рыбалка запрещена. Удочку вырубай. Рыбалка запрещена. Ты чё, не развались? О, спасибо. Вот бывает, кстати, да, еще в тебя попадает где-нибудь у края экрана, тебя откидывают и тебя телепортируют туда, это, за другой конец. Хренотень такая. Ой-ой-ой. Есть еще сет на... Вот, на Atari 27800 надо пробовать, 100%. Считаю, лучшая часть должна быть там, в скобочках нет. Что без FM звука? Я не знаю, да, Никит, как включать его. Я знаю, что там со звуком получше играет, но я не знаю, как его включать. Быстрее, опа. Тоже на MSX какой-то такой же выходил, ну, со звуками, наверное, такая же фигня была на MSX. Что там тоже чип есть какой-то дополнительный. Его я тоже включать не умею. Чего тут тут я съел? Я даже не пойму, это, знаете, какой-то спидометр здоровый. Невский, не обращайте внимания. Невский, он силен, кстати, он может вот так вот сделать и все. Ничего ты с этим не сделаешь. Граната не просто... Не сюда. Граната просто идеальна. Что за FM? Ну это этот звуковой картридж такой был специально для Master System. То есть с ним звук намного лучше становится. Ну именно вот у этой игры. Но я его, к сожалению, включать не умею, поэтому без него. Сожрал. В принципе, если игра тут, ну, и в течение еще часа пройдет, то можно будет Джоя Мака запустить, если транзистор тут еще. Сожрать. Так вот. Бомбу прямо, видите, бомбу прямо на воду поставил, чувак. Реально, не знаю. Да как это зарезать? Какая, надо же. Не, тогда не буду запускать. Так, ну Чикаго развалили, там сколько-то еще городов должно быть. Детройт.
О, здесь нормально уже домишко настроили, кстати. Здесь что сломать? Невский. Невскому вообще все можно. Достали они, все здесь засели. Опа, вот на этого надо ловить, мужичка. Да блин, ну похоже на аптечку, знаете, сразу же автоматически рука дергает в сторону. Не, ну пока нормально иду, я считаю. Так, рыбалка запрещена. Будет видно на стриме? Да, да, будет все видно на стриме. Да, блин. Башки дали. Там все будет, да. Иконки сразу появятся, там что-то выбьется. Ну ладно, раз вы наставите, хорошо. Меня тоже будет видно. Как скажете. Мужика надо ловить. Тихо-тихо. Ну куда? Ладно, сейчас взорваться, по идее, все должно. Да. О, прям в душу смотрит, посмотрите. Просто в душу смотрит, когда так поворачивается. Ну смотри, если завтра у тебя будет время, можем на завтра тогда что-нибудь придумать, во сколько тогда начать. Так, девушка. Опа. Так, с такими клыками можно вообще... Вот... Так он и не закрывается, не видишь, постоянно открытый. Она и не закрывает. Хоть бы за очки что-нибудь давали, я не знаю. Я вот 300 тысяч уже собрал. И кому это все? Куда это все? Ну, мужик спокойно может, да, свалиться там с какого-нибудь этажа. Мужика с огнем хочу подловить. Именно с огнем. Во, смотрите. Да ты... Все испортил мне. Склад... Может и складные, кстати, да. О, еще что-то сожрал. Играть можно в это хотя бы. Не самая плохая игра, особенно для 1986 года. Что вот в 86 году хорошего могло выйти? Быстрее.
все тут засели, посмотрите на них. Я думал, вправо побежит. Ну да, очень печально, что жизнь не дает. Прям в жопу. Почему, интересно, то есть попали в жопу, а закрывают лицо при этом? Ему стыдно или что? Мужик... Да что ты, никак не могу поймать. Я хочу именно с огнем его сажать, с взрывчаткой вот этой. Да, полоску, да, не заполняет. Остров приключений. Ну, такое себе там в конце начинается. Балтимор. Там в конце, в этом острове приключений, все отвратительно. Я, кстати, не проходил никогда вот этот остров приключений. Оп. На двоих, да, полоску будет еще сложнее держать, потому что урон тут вообще со всего влетает. Все фигни. Коства, вот коства Зельды и Супер Марио уже, да. Супер Марио, по-моему, даже еще раньше вышел. В 85-м. В жизни все печально, да, кстати. Так. Уже стабильно. Опа, кто вывалился? О, здорово, Лео. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Слушали. Ломается уже снизу ничего. Мне больше интересно, чего этот чувак с люка вылезает там вообще постоянно. Чего он высматривает? Он даже не стреляет, ничего, просто смотрит. Съемка запрещена. Полтора человека в чате. Не, ну на траве, может. На Твиче более-менее нормально пока. Как говорится, хоть кто-то пишет, уже хорошо. Разрабов игры смотрит, чё, кто-то в мою игру что ли играет? Да ладно, такой вылез, да ладно. Как вы вот решили поиграть в здравом уме? Да, там уже не достану я. Танк, да, танки шикарные здесь просто. Взрывчатки еще лучше, они просто самонавод бьют. Ой, 3 хпшечки сразу. Прыгнул криво. О, мужик живительный. Надо Стинга попросить его пройти на нол... Ну это нереально будет, мне кажется. Вообще никак. Какая-нибудь фигня да прилетит. Просто жесть будет, если кто-то на нол дэмэдж пройдет. Ну почему ты не зацепился? Дотянуть нет. Да. Баба уже не спрыгнет никуда там. Ну пофиг, я и в ванну сажу, чё мне, я ж годзилла. Может вкусная, кто его знает. Вы же не пробовал. Кто-нибудь пробовал ванну, а вдруг реально вкусно? Мужик живительный. Тихо-тихо-тихо-тихо.
Я не хотел туда бить, он сам ударил слезать. Когда я вверх потихоньку лез, кнопку нажал. Ну ё-моё, гранаты просто через все дома летят на меня. Иди сюда. О! И ванну сожрём ещё нет. Ну, ванна лишняя была, конечно. Ванна минус хп дает, я уже проверил. Ты тварь. Филадельфия. И все вверху там, чтобы не сожрал никого. Этого можно сожрать. Курица. Правда, такому гадили курица вообще, наверное, на один зуб. Да нет, только не в воду. Мужик еще пробегает, у него взрывчатка над водой получается, а сам он под водой пробегает. Взрывчатку нельзя мочить. То есть грамотный там мужик. Ну это согласен, Криво. Опа. Надо сразу брать в свои руки женщину. Габзила, гороховый суп с конечностями. С копченостями. С конечностями. Может, у кого-то и с конечностями есть, кстати. Кто его знает. Ну тут засыпали просто всем. Чем только можно. Чё это такое? Вроде не успел заметить того, чё-то не того. Надо. Вот опять с той стороны вылетел. Что, прям вообще засыпают. Конечности. Прям вообще сыпят пулями этими. Ну мог бы и остаться там, чего уж. О, мужик. Мужика ловить надо. Сколько еще городов-то надо развалить? Я уже устал. Игра, небось, от Капкома. Я, кстати, не помню от кого. По-моему, нет. Может, у кого-то ипотека там была, я не знаю, не хотел платить за дом. Или наоборот, там кого-то не любил в этом доме. Пришел, гранату кинул туда. Потом, да это Годзилла все разрушил, вы шо? Блин, все стоят так, чтобы ни одного не сожрать. Гороховый суп. Гороховый суп творит чудеса, он может вообще все что угодно
Вот ты его съел и не, вообще не знаешь, что от него ожидать. Мужик. Ходил, кстати, лазает по стенам в стиле Кинг-Конга. Ну, это как? Это и не Годзилла, это так. Чувачок какой-то местный. У них, по-моему, даже имен-то нет. Ну, то есть, их настоящие имена. Тут Лиззи, еще кто-то был. Нью-Йорк. Разваливайся, что ты кусок здания. Опа! Развалилась. Машина сразу же прям выстрелила. Только приземлился, она сразу же начала стрелять. Так, мужика. Я какой хитрый. Прям в самый конец уже сбросил, чтобы точно не вычислили, что это... Вот от таких пуль куда мне делать? Я даже присесть не могу. Мне просто все в меня летит. Не присесть, никуда не увернуться. В прыжке тоже не могу, потому что она по прямой летит. Я не перепрыгну пулю. Ну, я в не в ту сторону пошел. Может, догоню еще? Опа! Гранаты просто мое почтение, они просто идеальны. Хоть сейчас их в мастера гранат записывай куда-нибудь. Вообще не промахиваются. Ай, прям все в жопу залетело. Ну что ты будешь делать? Разломать надо здесь, правильно, нечего тут делать. Тут от плына снарядов вообще даже никак не вернуться. Как бы ты ни пытался. Много читерно, конечно. Как я до него не достал? Мне нравится, что танки просто вперед едут и все. Мы проехали Годзиллу. Я не могу повернуть назад, там такой чувак сидит за рычагами. Просто вперед едет, все. Только вышел, короче.
Я, говорит, не умею на танке кататься. Пофиг вообще, иди вперед, просто ехай и все. Ё-моё. Пока живу еще. Ой, тут сколько мяса, смотрите. Все спрятались сразу. Ну вот, мясо есть. Да, слишком уж затянутая, конечно. Просто было бы какое-нибудь разнообразие тут. Игралось бы намного интереснее. О, все, наконец-то. Опа. Картину ломают. Все получается.